Сейчас будешь небольшим штрихом. Садись за руль. Сейчас? Угу. Матерь Божья. Открыто. Ну, чтобы тебе рука залезла, потому что колонки упираются. Mm-hmm. У меня беременная приходила тоже в кожаных лосинах, только у нее с начесом. У тебя с начесом? Да. Yeah. Тоже с начесом? Mm-hmm. Чисто телки. Включай первую передачу. Снимай ручник. Ну, давай первый раз трогаемся в своей жизни. Сцепление отпускай до начала движения. Медленно-медленно отпускай. Держи сцепление. Вторая нога тоже на педали. Левее бери, чтобы мы не уехали в бордюр. И правее бери. Право ближе вот сюда к линии, прям рулем. Крути, как я тебе показывал целый час. Выравнивай колеса. Выравнивай. Все, руки правильно держим. Все, нажимай потихоньку газ. Сцепление полностью отпускай. Это тормоз ты нажимаешь. Опачки. На дорогу смотрим, а не на ноги. Правее бери и чуть газ нажимай. Это тормоз, говорю, нажимаешь. Ногу вправо. Нет, ты не должна знать, ты должна чувствовать. Газ слегка. Нажми и держи. Нажми, нажми его. Держи. Теперь включаем вторую. Сцепление в пол. Руки расслабь. Сцепление в пол. Газ брось. Нейтральное. Ты сейчас так передачу вырвешь. Все нафиг. Отпускай сцепление. Ты в таком трихуе сидишь небольшом. Угу. Дыши хотя бы. Не могу. Правее чуть. Когда передачу включаем, пальцы мы в рычаг не вцепляемся, чтобы случайно не включить лишнюю передачу. Нажимай газ. Слегка нажимай. Мотор у нас загудит. Примерно 2000 оборотов будет. Включим третью. Сцепление в пол. Давай, сцепление в пол. Брось газ. Руки расслабь. Не вцепляйся. Раз, два. Ну, хватайся за свою руль. Да не вцепляй. Смотри, прям пальцы аж выхватываю. Потихоньку газ нажимай. Пальцы расслабь. Все. Страшно? Mm-hmm. А мне? Наверное. В три хуя. Да. Ты хотела сказать? Я просто не могла это сказать. Давай скажи. Нет. Я знаю, как ты материшься. Мне про тебя все рассказали. Я божий одуванчик. Да, да, да. Знаем мы этот божий одуванчик на день рождения. Знаем, знаем. Блин. Знаем. И на свадьбу божий одуванчик. Угу. Угу. Да-да-да. Мне там знакомые были. Ну, блин. Тихо. Случайно видосик. Увидели мой. Он говорит, о, она на свадьбе со мной была. Я такой, прикольно. Я говорю, ну и как? Он говорит, да прикольно, дева. Танцует клево. Я боюсь спросить, что-то там вытанцовывала. Это останется загадкой. Ну, когда видео оператор смонтирует, я-то посмотрю, как ты танцевала. Поедем. Да. Так давай рассказывай, как ты танцевала. Что ты танцевала? Там были танцы до упаду. А, и ты выиграл этот конкурс, да? Абсолютно верно. Я не сомневался. Мне, в принципе, то же самое и сказали. Поэтому знаю, что у Лазарева уши и глаза везде. Просто от него не спрятаться. Страшно? Ну, уже отпускает. Значит, смотри, впереди круговое движение. Угу. На нем мы поедем налево. Да. Значит, круг у нас большой, машин у нас нету. Поэтому будем мы проворачивать все это на третьей передаче. Пальцы вот так вот держи. Вот так вот. Брось газ, поворотник лево. Почему лево? Потому что мы направо не едем, траекторию мы не меняем. И никакие заезды вправо мы не выполняем. Бросай газ потихонечку. Теперь поворотник вправо. Нажимаем газ, руль я придерживаю, чтобы ты понимала, как. Теперь вот этой рукой докручиваем. Поворотники не нужно отключать во время маневра. Единственное, что вы умеете, ученики, делать одновременно, это, по-моему, отключать поворотники. Ты не на меня смотри, красивого, привлекательного, охуенного, а на дорогу. Так что отключить поворотник ума не надо. А вот рулем покрутить и педальки нажать, это совершенно другое. Понял? Танцор диско. Ничего, ничего. Месяца через два видос посмотрим. А прикинь, видос будет готов, когда ты уже, это свадьба, у тебя экзамен будет. Я что?